Праздник на холсте. В Ивановском доме художника открылась традиционная экспозиция «Новогодний вернисаж». 14-й год подряд самые яркие живописцы города выставляют свои лучшие работы в преддверии, пожалуй, главного торжества. Куратор выставки заметила, что банальных атрибутов праздника на полотнах нет. Новый год – нечто большее, чем мандарины и шампанское. Здесь ни застолье, ни елки. Здесь зима. Здесь больше как бы связано с зимой, с этим временем вот года, то есть зимним, что снег должен быть, нюансы какие-то там. Зима ведь она тоже разная. Вот полтора месяца уже нету солнца, и нам хотелось, чтобы вот в наших работах все-таки было солнце. Работы, как полагается, на любой вкус и цвет. Здесь художники не только из областного центра, но также из Киниш, Мышуи и Плеса. Чувственные натюрморты и морозные пейзажи – в каждом частичка новогоднего чуда. Для художников новогодняя пора – особое время, когда приходит вдохновение и появляется желание творить. Все-таки Новый год, новые планы, новые мечты. Что, хочется, чтобы в новом году получились работа еще лучше, чем в прошлые года. Организаторы стараются приглашать на новогодний вернисаж не только корифеев Ивановской художественной школы, но и открывать новые имена. Анна Емельянова представила несколько новогодних игрушек. Сделаны они из обычной белой бязи и покрыты краской. Авторские украшения органично дополняют живописное полотно. На выставку просто была идея представить как зимний вернисаж, поэтому у меня немножко куклы такие сказочные и просто как придать зимнюю атмосферу игрушек. Выставку в этом году открыли раньше, чем планировали, чтобы как можно больше ивановцев смогли прикоснуться к творчеству своих земляков и увидеть традиционный праздник с непривычной стороны. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.